народ, играем в PlayerUnknown's Battlegrounds. Все знают, что такое PlayerUnknown's Battlegrounds. PUBG. Короче говоря, королевская битва, где 100 игроков, но сегодня 99, здесь сейчас 99, один должен остаться, все остальные должны сдохнуть. Так, вот мы летим на самолете, сейчас выберем, куда бы нам выпрыгнуть. Ну давайте выпрыгнем, я не знаю. Лучше всего прыгивать ближе к концу где-нибудь, но мне нравится одно местечко, вот здесь вот, я сюда высаживаюсь уже раза 4, мне нравится. Так, окей, надо еще это сделать быстро, мне через 15 минут нужно идти сдавать тест на корону, да-да. Вот. Пора. Вот сюда. Тут много домов. Сейчас соберем оружие, если успеем, даже кого-нибудь убьем сразу. Или нас убьют. Оглядимся. Оглядимся. Вроде никого рядом нет. Значит, сможем залутаться более-менее спокойно. Хотя вон рядом кто-то падает. Так, ну начнем, наверное. Давайте спуститься домой. О, ну тут сходу сразу что-то какие-то пистолеты нашли. Рюкзак. Что за пистик? Глок. Можно удастся нормальное оружие найти. Ну, по-любому найдем, потому что тут много домов. Ох ты ж, блин, граната. Так, нормальный бронежилет, это хорошо, МК, компенсатор. Так, патроны калибра 5,56. М16, не самая моя любимая модель М16. Ну ладно. Собираем улучшения, в том числе для оружия. О, хорошая каска. Хотя каска хорошая, плохая, если хорошенько засадят в голову, то PUBG же в реализм такой идет. Ну, правда, лагованный, богучий реализм, но что-то такое здесь есть. Так, сейчас поменяем обойму сразу здесь. А, не, не меняется, ладно. Что за КУБЗ? Не помню, что это за пушка, не буду даже сейчас экспериментировать с него. Увеличенный магазин, патроны. Как раз таки, по-моему, Глок 9-миллиметровый, да, 9-миллиметровый стреляет. О, помповый дробовик, отлично. Мне нравятся дробовики. Пламя-гаситель на М-ку. Так, сменили обойму, сейчас перезарядим помповый дробовик. Так, этот дом обыскали, вот еще одна граната, отлично. Так, мы уже почти закончили лутаться. То бишь, собирать припасы. Собирать снаряжение. О, М416. Вот это я люблю. Сейчас снимем улучшение с этой М-ки. И возьмем вот эту М-ку. Она определенно лучше. Так, тут бинты у нас есть, патроны. Поставим пламя-гаситель. Чуть, ну, это выброшу. Так. А, вот конус еще поставим. Так. Ну что, можем попробовать кого-нибудь. Кажется, я кого-то видел. Нет, видео показалось. Кстати, лодка. Не помню, чтобы здесь стояла лодка. Не мешало бы найти прицел хотя бы какой-нибудь, блин, без прицела очень сложно. Пожалуйста. О, отлично, коллиматорный прицел. Сейчас мы его установим. Что там по зоне? Да, здесь сужается зона, и как бы кто не попал, тот проиграл. Посмотрим, может быть кто-нибудь оттуда. Туда же, кажется, падал челик. Ничего не видно. Ну, впрочем, давайте-ка мы проявим инициативу. Может быть, он там не торопясь лутается. В этом доме у него не было, дверь закрыта.
Патронов у нас достаточно. Броник есть, шлем есть. Главное, избыточно сейчас не шуметь. Тут выиграл тот, кто первый обнаружил противника. Прямо как в авиационных схватках. Крадемся, как пантера. Блин, ну тут походу никого не было, что-то не залутано, энергетики валяются. Кстати, надо выпить энергетики, чтобы врагам не достались, самое главное. Раз. Два. Оп. Так, у нас... О, слышу. Слышу, слышу, слышу. Ну, панели пропал. Давай. Где ты? Точно слышал врага. Да-да-да, он здесь. В этом доме. Давайте ему гранату закинем. А лучше сразу две. Вот так. Так мы его и угандошили. И гранатки. Так, соберем с него ресурсики. Соберем. Так, что у него тут есть? Ну, что-то нифига у него нету. Блин, а время у нас... Время поджимает. Так, у нас есть еще 5 минут. А, вижу челика. Челик, челик, челик. Вернем гранату. Перезарядка. Давай. Ух ты, ни хрена ж себе, я его серьезно гранаты убил. Блин, и почему такие катки, когда у меня нет времени, нифига. Ой, так, трехкратный прицел, отлично, поставим сюда трехкратный прицел, угловое цевье. О, еще одна граната. Отлично. Ой, нет, 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 откуда? По нам стреляют. Враг. Где? Где ты? Где ты? А, вижу. Сдохни, 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 сдохни. Ну сдохни. Сдох, отлично. Ну знаете, извините, мне нужно идти тест проходить на коронавирус, поэтому я пойду в красную зону, и мне придется сдохнуть здесь самому. Блин, досадная, конечно, такая фигня. 60 человек осталось живых, ну хотя бы я записал кусочек такой игры в PUBG. Если вам понравилось, можем еще поиграть. Вот. Ну, смысл примерно такой, да. Как бы. А еще веселее. Интересно, мы подорвемся. Бомбардируем. Да, все, отлично. Ладно, всем пока, спасибо. До свидания.